Я стою на перекрестке Айтиева 30 лет Победы. Там магазин «Оптика», там на 30 лет Победы идет базарчик. Там где остановка, пятиэтажка, там магазин раньше был. Спорттовары, стройматериалы. Здесь раньше, помните, юрта какая-то была, это копыт. Юртообразная была, но теперь построили тут аптеку. Было кафе. А это вот переменная. На углу вот мы с вами видим. Азия написана, там сейчас адвокат, бизнес-центр. Там он, золотой магазин. Видно. Сейчас там. Вот такая картина.